воскресенье в Самарской области сохранится пасмурная погода. Будет идти небольшой, но продолжительный дождь. Температура воздуха днем 2-4 градуса тепла, ночью плюс 1-2. Ветер преимущественно северный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно. В течение дня будет идти дождь, днем плюс 3, ночью 2 градуса тепла. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи и дождь, температура воздуха днем плюс 2 градуса, ночью 1 с плюсом, ветер северный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой дождь, днем плюс 3 градуса, ночью 1 выше 0, северный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 88%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.